Давайте я вам вообще сейчас расскажу мой план дня. Также, смотрите, что у меня есть. Она мне подарила слайм. Сейчас я его открою. Я уже еду в машинке. Здесь такой видочек. Уже в школе, Эвелина там отворачивается. Итак, я уже обучилась. Мы идем, Эвелина, побегим. Короче, идем, еще я побегаю, я не знаю, где. Но она знает, оказывается. Вот. Ну, это тоже есть. Блин, я много нашла. Так, у меня есть третий этаж. Так что я могу реально сказать. Я не буду там играть. Есть, есть. Круто, если ты не видишь, я не вижу, как бы не видишь. Но надо налить. Итоги конкурса. Выиграли два участника, Хинато Хьюга и Мони Ди. Извините, если я неправильно произнесла ваши имена. Ну, желаю удачи в следующих конкурсах. Всем пока-пока!